Итак, всем привет, с вами снова Ниагара, и на этом волнительном моменте мы прервали прошлую часть. Продолжаем. Такая крутая девочка. Бежим, да. Я помню, что я выбрала. Бежим. Ух ты. И здесь у нас будет выбор, в какую сторону. Мы можем забежать сюда или побежать за Сашей. Не знаю. Посмотрим, куда нас это приведет. Ух ты! Упс. Упс. Одна неприятность за другой. Вы посмотрите, как на это. Опять же был выбор. Как оббежать? Какого черта? Я не знаю, как эти выборы повлияют на сами действия, на само прохождение. Проходим, как говорится. Ух ты, байкерша. Интересно, а почему у нее так глаза красным светятся? Ой-ой-ой. В общем, видимо, не так эпично все было, раз он сказал ой-ой-ой. Да, должно быть, она недалеко. Ну, точно сказать не могу. Вот так. Там, блин. Прям баба-терминатор какой-то. Грузчик, давай! Защити нас! Ну ладно, поверим, что так все и было. Yeah, you probably should have asked that before you threw her halfway across town. Oh man, did you see the look on her face? Клёвый бросок. Nice arm. Get this kid a scholarship. Come with me if you want to leave. Так получается, что грузчик спас у нас и мальчиков, и девочек. I told you Hyperion some bitches want back. Oh, whoa. I promise. That's our ride. Like hell, man. I know the woman that dropped this van off, and you sure as crap ain't them. Well, okay, not our ride, but... Being Hyperion was just strike one, man. Now you're lying to me? In my garage? That's like four or five more strikes right there. Are you guys trying to steal our van again? Ha! I knew it! Oh my god, can you please explain to this guy that we're friends? Друзья, мне друзья. А, слегка преувеличено. Friends is a little much. I'd call it what it is. Which is? A temporary alliance. Well, that really hits the heart. I appreciate that, Fiona. These are my temporary allies. Ваши друзья запомнят, что мы как бы не друзья. Что с переводом, а? But if you ladies get into trouble, you just call, right? Or you know, you don't have to be in trouble to call, man. If you just want to chit-chat, or you find a restaurant you really like. Это же, you know, не знаю, фургон выглядит отлично. Thanks for everything. Seriously. The caravan looks fantastic. You do amazing work. Oh yeah, thank you. Thank you. Выкарабкалась. Как он ее зашвырнул, прям вообще. Это было так внушительно.
hope there are no more bandits. Bandits? They haven't lived here for years. The Crimson Lance massacred them. Some say their corpses still roam the streets seeking vengeance. Sasha. Настороженно так оглядывается. But I'm not seeing any facility. I'm mostly seeing dry trash. Would it be so hard for just once something to go according to plan? Enough of this standing around. Она должна быть здесь. Не знаю. Wow, guys. I mean, wow. Just stunning. Picturesque. Vaughn, are you seeing this? Someone get a picture of me with a pile of garbage. No. The other pile of garbage. Hey, humorist, Mr. Tiny Business Cards. Sorry. Uh-huh. Let's just find this facility, okay? Don't worry. We'll figure this out. Pretty sure I can figure this out. Сканируем. Так, какая-то кучка. Плакат. Еще плакат. Девочек посканировать нельзя. Ну, всего-то 4 объекта, по-моему. Ну, давайте отсюда начнем. Так, смешанное. Ладно. Посканируем еще вот это. Рекламный щит. Угу. Кучку. Грибы. Это грибы, оказывается. Сладковато вкус. Серьезно? Самый вкусный, самый смертельный гриб на Пандоре. Это странное сочетание привело к предположению, что не результат работы ботаников со смертельным чувством юмора. Какие-то смертельные грибы. Ну и последнее, то, что мы можем увидеть. Удалено. Должно, прежде чем высохшим материалом атласа. Что там такое? Грибочки не будем трогать, но запомним, что они жутко ядовитые. Guys, come check this out. It's like the whole grid leads right to here. I mean, with all these power lines everywhere, they've got to be connected to something, right? Ну, как бы да. К чему-то они там ведут. Только подозрительно какие-то штуки бегают. Так, цветовое изменение посмотреть. The ground's different between here and here. И более ничего. Где народ? Hey guys. Hey. Так, что же произошло с Феликсом? Давайте спросим. What did happen back there with, you know, the... Why do you ask? No. Sorry, it's none of my business. He got greedy. That's all there is to it. Да, предал вообще-то. Well, any ideas about how to get in? No, I thought you Hyperians had an answer for everything. Cool. Thanks for the help. Don't mention it. I won't. Like, ever. I literally won't ever mention it. Ever. Так, могу That's a я? Nice sock. No, really? I mean, because, you know, a good pair of socks is an often overlooked detail of a gentleman's wardrobe. I'll try and remember that. Yeah, so... You want your boot back? I would love my boot back, yes. Don't say I never gave you anything. Thanks. You're a lifesaver. О, круто. Оба ботинка теперь на месте. Моднячие такие. Так, я должен вернуться за делом. I'm gonna get back to it. Хорошо поболтали, спасибо. Стрелочка туда. Может быть, это какой-то намек на что-то. Тут опять грибы. Контейнер можно
Либо посмотреть. Закрыл. А посмотреть. Так. Нога застряла. Ну, конечно, какого лешего? Вот почему? Почему? Ew, gross. Так, ну это все, конечно, хорошо. Что здесь? А, блок питания. Ага, мы можем, наверное, его активировать. Доступ. Ладно. Here we go. Вот зачем мы здесь. Я думаю, зачем мы сюда лезем наверх? Закралась такая мыслишка. Все? Как просто. All right. Now we're on to something. Так, продолжайте использовать эхо-глаз, чтобы найти еще электростанции. Убрать. Что там, по-моему, лестница какая-то или что это? А, нет. Прямо тут блок питания. Взаимодействуем. Доступ. Интересно, их только два. Надеюсь. А чё он там нажимал-то? Maybe this? О. Что ты там такое заработала? Так, подождите. Прикрепить провод. Okay. Let's see what that does. Посмотрим, что получится на сей раз. Ага. Ну, это тоже, по-моему, не то, да? Все-таки так настойчиво мне предлагают поискать еще электростанцию, чтобы помимо этой. Ух ты. Кажется, теперь нормально. Два есть. Два есть. И где еще может быть? Хорошо. Применить нужно, наверное, глазик свой. Это что? Посканируем. Это водяная вышка старой гавани. Ладно. Это мы уже обследовали. Грибочки тоже. Девочек можно просканировать. Ну-ка. Возраст 24. Мошенница. Род деятельности. Известна также как кошмарный мошенник. Некий палец на крючке. Мендес, диджей, так рака. Дружелюбная, не. Так. Фиона, 29. Намешанное дерьмо. Спандор. Скрытый пистолет. Один глаз, ранее принадлежащий взрослому мужчине. Хорошо. Так, теперь в эту сторону, наверное, будем что-нибудь сканировать. Вот же. Вот-вот-вот. Вот еще блок питания. Все, я хочу получить к нему доступ. Третий уже на сей раз. Угу. И он последний. Все, сразу сработало. Фу, какая-то жуть началась.
масштабно так. Офигеть. Вот что скрывалось под землей. Буквально целый завод какой-то здесь стоит. Да. И интересно, какая система подъема. Что тут за подъемники такие стоят, мощные. What? There was a secret entrance there the whole time? And that must be our facility. Underground hidden doors! Atlas, man. So what's next? Well, clearly we go in. Давайте посмотрим. Whoa, easy. Делаем все тихо и быстро, вот так. All right, everyone, here's the plan. The key to this is stealth. We stay low to the ground. We don't. Кто его не слушает? Который раз уже пытается умничать, что-то там рассказывать. Всем пофигу. Посмотрим, что же там такое припасено. Очередные неприятности. Это у них такой холл. Все в крови. Looks like we're in the right place. Well, that's ominous. This is a massacre. Да, мясорубка просто. Crimson Lance, these guys are serious badasses. Watch your step. Home place could be booby-trapped. If this place is as valuable as we think it is, they might be trying to protect us. Что могло сотворить такое? What the hell did this? Not what. Who? This is Athena's handiwork. Starting to think we might have just gotten lucky with her back there. Да, девочки, повезло вам. Афина такая женщина-терминатор. Так. Мистер, $10 million. Ну вот почему всегда какие-то у нас неприятности. Recent bonds, new little playmates, right? It's very good to meet the two of you. It's a shame we couldn't be meeting under different circumstances. Bond, Reese, you didn't think I'd have August handle it. Я уже достал. Как ты продолжаешь нас находить, а? How the hell do you keep showing up? We've escaped you like a gajillion times now. Reese. Only thinks that he escapes his shadow in dark. What? Loaderbot, arm weapons or something. Did you help me? У него пульт управления. Come on, guys. You didn't think I'd come all the way down here before grabbing a universal remote, did you? What? The Gordis Project, the two halves of the core, everything leading to a vault. We got it all. Checkmate, amigos. I am shame. Отключил его вообще. Ага, не безоружный. Please, that you can pilfer something from my toy box, no strings attached? You never could follow through. Не вмешивай моих друзей в это. Ну так вот. Hugo, listen to me. Fiona, Sasha, even Vaughn, this isn't their fault. This all comes back to you and me. I stole the money. I stole your deal. Everything that's happened up till this point is about me trying to screw you. So let's just you and me work it out. Коротко обсудили. Work it out. I'll work you over, you little asshole. Oh, you guys would not believe the dream I just had. Holy crap. Wait. What the hell is this? Didn't I just do this with this ему guy? Надо было сказать. Рис. I admire your consistency, but, God. Oh, and who is this princess? Wait, they... You hear that? Son of a... Shot other people.
Забыли вас предупредить. About that. Don't touch the cores, August. Thanks for the heads up. Jackass. They're gonna have to do it for us. You'll cooperate, right? Because I. У нас нет выбора, да. Мы не знаем, как они работают. Ну что вот сказать, вы ничего не получите. Мы не знаем, как они работают. We don't even know how these cores work. Yeah, we barely even know what this Gordis thing is. Fair. I vote we figure it out all together. Two hallways, two halves. Разделиться можно, значит. I'll take my soon-to-be dead janitor here. You take Miss Fancy Hat down the other one. Мисс Забавная Шляпа? Да, действительно. Especially this one. Не расстается со своей шляпой. Oh, how sweet. Yeah, you sit tight. Get your hands off me. Either of those two move, you shoot them where they stand. Жестко. Race, I'll admit it, you and Vaughn have impressed me, and that sort of thing doesn't happen often. I'm surprised you've made it this far. Hugo Vasquez, There's something I remember about this guy. What the hell really? Is it? Really? It's unbelievable. You must have had some sort of help. Couple of death помогал, jockeys помогал, like мои you. Друзья. I'd мне say помогал, it was 50-50 Джек. Survived the landing. Гиперион подготовил меня, вот так скажем. Не будем всех сдавать. There's nothing you or Pandora can throw at me that's tougher than navigating the halls of Hyperion. Well, I know what you mean. It does go down in the H-Town, doesn't it? It most certainly does. I mean, you might think of me as a self-made man, and for the most part you'd be right. But there was this time when I looked up and admired one man in particular. The most impressive person I've ever known. He's gonna say me. Handsome Jack. You idiots always say me. Still can't figure out who he is. Все же не понял, кто он такой-то. He would do this thing where he would punch me in the face whenever he'd see me. It didn't matter if he was busy. He always made time for me. Бил в лицо. Ну что, не вспомнил такого? No, still nothing. I punched my mom for Christ's sake. Just boom, right in the kisser. Бум прямо в морду. From a mug when he got me one time. Sounds like да. A great man. Скажем, he was. Приятный парень. He was. I miss our time together. Ah, this drives me crazy. It's right there. It's on the tip of my tongue. But through me, his legacy carries on. Блин. Реально все время дубасит его. Как ты встретил Васкеса? Зачем Why тебе are это? You doing this? Резко what так спросим. What do you get out of it? I mean, is it about the money? Revenge? This is all about damage control at this point. We cut my boss, Valerie, out of the first deal. Obviously, that was a bad idea for a lot of reasons. The fact that the vault key was bullshit being first and foremost. Well, Valerie found out about it, so now we've got to convince her that whatever comes out of this room is worth more than the $10 million deal we tried to slip under her nose. Then, hopefully, she doesn't kill us all. She ever talk about me? What? Sasha, did she ever talk about me? You guys are sisters. I figure you talk every now and again. Саш, ты идиот. Just curious if she ever mentioned me. Oh, yeah, all the time. Really? No, she can't stop talking about how much of a moron you are. You're funny. Look. I just want you to know, as far as you and I are concerned, there's no hard feelings. That is so generous of you. I'll think about that when you shoot me in the back. Come on, don't be like that. You're the one that hustled me, remember? Что там у нас? Рис поделывает. See, what I was trying to provide for you. Some guidance, some mentorship. A father figure. I was trying to help you. The janitor gig. It was to test your mettle, your resolve. And I gotta say, you reacted with some balls, kid. Some big old balls. You see, Reese, I started at the
the bottom, and I worked my way up. Он его вспоминает, по-моему, так наклонился к нему. Да, капустоголовый. That's where Jack found him. He used to be bald, and he was going through these hair implants, and I would stick money to his head. It was hilarious. But it was a long time ago. Ask him about it. He'll tell you. Ask him about it. Go on, seriously. Я могу учиться, у тебя хорошие импланты в волосы. Послушай, капуста голая, хорошие импланты под колодью. You know what I've always found so impressive about you? It's that hair of yours. I mean, so natural, so realistic. Those implants are just the best. I was trying to be nice. Может, надо его капуста головым называть? Let's get this over with. Oh, that's good. Oh, that's right. Now, when I take your corpse back to Helios, I'm gonna make sure they save me your hair before they start experimenting on you. It's always nice to have options. Yeah. Whoa, that's legitimately creepy. Красавчик Джек все угорает, блин, над ним веселится. Сам уже призрак давно. Так, там что за штукенция? Ух ты. Какой агрегат. Ага, там, значит, должна Фиона появиться. Ладно. Да-да-да. Отлично. I just need some reassurances. That was just about the money and nothing else. Relationships have to be built on trust. I don't know if I can take Sasha back without it. How do you even start a conversation like that? Вам стоит поговорить, point, наверное, just... наверное, да. Не со мной. You two should just talk. Надо говорить air, об этом. See where it gets you. Yeah, we should do that. Well, here we are. Go on. Stalling won't do you any good. Крутой пистолет, конечно. Come on, are you stalling? Опять тормозишь. Он мне никаких сигналов, кстати, не подает, Рис, что там что-то делать или как-то. Hey, what is this? Все замечательно, то мы от вас улетаем. Пока! Даже не представляю, чем такое может закончиться. Что они наделают. Так, дальше. Что? Guys, have a nice chat. I can't imagine he's too happy with you guys. Саша разбил ему сердце. I guess Sasha left an impression on him. Yeah, I could see that. What do you mean? Yeah, what? Nothing. Gortys unit ready for assembly. Ну что? We got it. А, понятно. Угрожает. Давайте делайте, или всех тут пристрелим. Well, I guess that's our cue. Как они знают, что нужно делать? Интересно. Толкай. Хорошо. Толкаю. О, как-то сильно надо толкать. Тяжелая дрянь. What exactly do you think I'm doing? Даже он с трудом толкает. Ну, сколько раз нужно эту ку нажать? У меня же палец болит.
проблематично это все сдвинуть. Матрица вероятности. Круто звучит. Hell is that? That is a metal ball. How's this gonna get us into a vault? Может, это ключ? Нет, это она наш единственный козырь. Ну, козырь, давай, скажем. Козырь. Meaning? Не против вот этих вот чуваков. Right. We've got one bargaining chip to work with. Okay! Just grab the thing and let's go. No, 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 what are you doing? Ловите его! Warning, Gortis device compromised. Smooth one, idiot. И? Ух ты! Типа ронять нельзя, мы вас пристроим или чё? Риси. No problem. Everything is okay. Они еще как-то не сильно доверяют, что все окей. Продолжают летать вокруг. У них такая же фигня. И как мы будем выпутываться из этого? Hey! Да мы-то что сделаем? What are you? Trust me. What's she doing? This isn't good. This is bad. Reese, you gotta let me into your subsystems, man. I can hack into these drones and I can almost guarantee no one dies. Unless you want them to. Probably. Just let me in. Bud! It's under control. Ну, надо быстро что-то делать. Поверить Джеку, поверить Фионе. Фиона та еще мошенница. Я поверила Фионе. Джек, потому что ради шутки может что-то такое замутить. Просто чтобы приколоться. И что? В чем наше спасение? Это конец эпизода такой? Забавно. То есть мы даже не узнали, что было дальше. Интересно, кто порвал фотографию. Какая-то женская рука, по-моему, это была. Ну вот они, результаты прохождения мною второго эпизода. И будем ждать третий. Все так же, как и обычно в играх ТЛТ, это вечное ожидание, когда же выйдет новый эпизод. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Надеюсь, вам нравится этот летсплей. Надеюсь, вам также интересно, что будет дальше, и встретимся, обязательно встретимся на моем канале.
До скорого. С вами была Ниагара и всем пока.